первую очередь, наверное, извиниться надо перед болельщиками за такую игру, некачественную, невнятную. По всем элементам проиграли, поэтому сейчас что-то тяжело тут найти. Все по всем цифрам проиграли. В Челябинске там, опять же, у нас ошибки собственные нас подвели. Здесь уже, наверное, кто больше хотел, тот и победил. Челябинск играл с горящими глазами, с желанием, с мечтой. Ну, стояли на краю пропасти, можно сказать, что сезон закончен. Поверили чуть-чуть в себя, и, знаете, эта игра как бы воодушевила, наверное, девчонок, что мы можем с Казанью бороться, и вот сегодня показательно, наверное, это. Всегда самое сложное подбирать слова, когда сезон закончился, на такой неудовлетворительной, плохой ноте, и не знаю, у тебя как у спортсмена все равно это ты винишь всех. То есть ты винишь себя, там, товарищей, тренеров. То есть это всегда так. Где-то ты сильнее там, в этом себе признаешься, где-то нет. Но, как правило, всегда нет слов оправдательных. Когда ты проиграл с таким разгромным счетом, и не получалось ни у кого, ни в каком элементе, то есть где-то там мы не были сильнее, и у тебя нет возможности на реабилитацию, на исправление ошибок, потому что у тебя все, это последняя игра сезона. И для Казани это, ну, для волейбольной женской это удар, потому что мы давно так не выступали. Поэтому надеюсь, что в следующем году Казань будет лучше и только сильнее. Мы в шоке. Мы, конечно, очень надеялись, что так получится, что мы сможем все-таки выиграть. Но вы сами понимаете, Казань – это великолепная команда с таким классным набором игроков. И, ну, мы не верили, но очень сильно хотели. Вот. И я думаю, что нам помогло то, что мы команда, и мы все вместе, ну, шли к этой победе. Вообще, как они перестроились после первой игры, которую мы выиграли 3-0? Они собрались на домашней игре очень внимательно. Они разобрали нас просто как вот, не знаю, как по бумажке. Они читали, у них везде был организованный, собранный блок, что в Челябинске, что здесь, что у нас приходилось делать огромное количество замены. Выходивший на замену игрок тоже был прочитан как просто развернутая книга. И, ну, это недоработка, это непонимание, ну, почему так? Восхищение Митаром, потому что собрано эмоционально. Они заслужили, несомненно, этого прохода своей сегодняшней игрой в Челябинске. Тяжело было, потому что кто-то из девчонок тоже все скорее там, ну, все равно стыдно очень, и они такие: уходим. Я говорю: нет, надо поблагодарить, потому что все равно и они держали тоже эмоциональную поддержку, внимание до конца игры, даже при таком большом отрыве. Это огромная благодарность. Тоже пришел зал, пришел на домашнюю игру. И всегда расстраивает, что ты за себя расстраиваешься и расстраиваешь болельщиков. Да. Thank you.